Открытая лекция была посвящена теме маркетинговой стратегии в отечественном спорте. Вопреки устойчивому мнению, Олимпийский комитет отнюдь не является государственным органом и работает исключительно как общественная организация. А потому нуждается в постоянном привлечении партнеров и спонсоров, которые оказывают содействие в развитии массового спорта. В данном случае речь идет о бренде команды России, который должен объединять спортсменов и болельщиков. Маркетинговая программа, она не пишется для получения денег, она пишется для того, чтобы вызвать определенное движение в массах, чтобы людям это было интересно, чтобы люди хотели к этому присоединиться, чтобы люди понимали, почему они присоединяются к этому движению. И самое главное, что они активно в этом принимают участие, получают от этого удовольствие и удовлетворение. Открытая лекция была образована в рамках реализации Олимпийской образовательной программы, которая включает более 10 учебных курсов повышения квалификации специалистов в области спорта из разных регионов страны. Мы хотим поднять спорт высших достижений действительно на очень высокий план. И вот в этих курсах даются такие программы, даются обсуждения, встречи, очень полезные советы именно для работы в регионах и местах. Уже несколько лет Олимпийским университетом успешно реализуется проект «Открытые лектории». Все желающие могут свободно посещать лекции авторитетных экспертов в области спортивной индустрии. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.